20-е годы 20 века. Конец гражданской войне. Строительство нового мира царило в округе и в их голове. ЦК РАБИС НКПА принимает решение, согласно которым грядут изменения, чтобы в умах были лишь чистота и просторы. Очистить наследство от примеси всех буржуазных и мерзких идей. Мещанская пошлость, бульварная порно и все предрассудки людей. И скука всех интеллигентов, разврат – это недопустимо. А в ваши умы обязательно будет сливаться лишь мудрость и сила. На места рассылаются лозунги, с ними и выкрики для демонстрации. Мы против халтуры, цыганщины, пошлости, музыки вашей мещанской. Я знаю, как нужно, и в этом я точно могу быть совсем интересней. Исполните мне боевую бравую за пролетарскую песню. Тезисы художественного сектора НКПА и ЦК РАБИС об основах политики области искусства 1921 года. Следует очистить наследство прошлого от всех примесей буржуазного распада и разврата. Злющий кот сидит в углу.
Хотел бы я вам зачитать постановление от СНК. К публичному не допускать исполнению то, что звучало вот так. Знай себе место. Решение в главреперткома мусолить нельзя. Надзором от политконтроля осуществляется эта стезя. Время! Снова ленинские лозунги развихрь. Нам ли растекаться слезной лужею? Ленины теперь живее всех живых. Наши знания, сила и оружие. Thank you.
Постановление СНК требуется искоренение из репертуара произведений, рассчитанных на обслуживание НЭП, манства и мещанства, шантатной, фокстротной музыки, цыганщины, разнообразных интимных салонных романсов и песен.
Лозунги и выкрики. Первым маем буржуев сломаем. Секретный совет главреперткома выносит отличное мнение. Концертным отделам и всем музыкантам принять лишь одно положение. Нести пропаганду, внедрение в массы и все равно, если не хочется. Давайте пролетарского, близкого к нам, настоящего, сильного творчества.
Неважно, кто был за советскую власть, кто за НЭП, все равно многим из них осталось жить до боли мало. Кого-то перемололи жернова большого террора, а кто-то сгинул в той самой страшной войне. Правым и виноватым и всем, без исключения, людям большой страны мы посвящаем эту композицию, которая будет звучать далее. Наше тайное не станет явным, жизнь не поместится в войны. Снова в наполненной ванне от мира сего отдыхает сознание. Ложь, ненависть, боль, на рану насыпана соль, мы волею Божией уходим под знаками свыше, туда, где туман и покой. Ты не гай там, где живешь, убери со своих губ эту ложь. Исчезни, до бешенства сводишь с ума, и я падаю прямо на нож. Клаустрофобия жизни, где каждая сторона давит по-своему. Богатый поднимет с колен нищету, и тогда-то награду присвоему. Плачу за любовь, не налома нервами, верую в ту, что останется. В богатство и бедность, слезы и радость, когда будет лютая пятница. Сердце купишь за деньги, но не любовь, береги свои чувства. Когда я уйду, заберу за собой остатки и сделаю пусто. Команда «Стиль» с самого неизведанно поднимаем свою планку. Понадобится больше силы, мы набираем обороты судьбой в аккурат танго. Можно немало говорить об этом кэше, какого по сути нет, но и в Чикаго на районе не было идей. Тут мы все опять правда. Немало было, собирал мелочь, но веселей под рок стал, но лоун сэвэдж. Поднимаю с самого низа таков челлендж. Снова пропущенный движ немощь. Заработать на потом, купить маме новый дом. Все это кровью и потом дай прицел на капот. Провожаю старый год, мысли наперед. Беру в руки себя и падаю, может повезет. Делаю музыку годы спустя, для себя это видишь. Я вырос на улице, но не совал свою голову в кипиш. Есть планы на завтра, упорно работаю, гребаный имидж. Тропа извивается, значит, не скоро увидится финиш. Кто-то мне скажет не так, кто-то мне скажет не то. Все равно. Я медленно, шагом. Слова заливаются, будто бетон. Голова на плечах, и мне больше не надо, рифмую, когда не готов. Пишу что-то годное, полная занятость. Я долгое время уже на бите, и надолго останусь тут. Важнее семья, не пачка лаве, нафиг эти проблемы, они в голове. Уважаю себя, цепляю момент, снова падаюсь и поднимаюсь с колен. Я просто писал эту музыку. Один до утра в невесомой квартире был важен куплет, а не треки в эфире. Пишу потому, что живу в этом мире. Или... проиграю себе снова в поисках силы. Планета не выстоит в натиске плиты. Мы медленно падаем в зале квартиры, но время расставит по полкам, ногам по своим осколкам. Я беру свою кровью и потом отражение в зеркале, кто ты? Кто-то тихо таланты на полку, кто-то
будто через десятки к толпам. Я беру свою кровью и потом отражение в зеркале кто-то. Анастасия Шаповал. Василий Кузейников.